Hello, everybody. We would like just to start with the introductory welcome words. So it's a special day for us, and I think for all the consortium. So today we make the defense of your thesis, and it's also the first result for us. So we hope that everything will go smoothly, and we wish you all the best in this procedure. Сегодня у нас очень важное мероприятие, первая защита в рамках реализации нашего проекта в рамках Erasmus Mundus, учебного проекта. Прежде всего хотел бы отметить, у нас сегодня будет защищаться первая группа студентов, которые проходили у нас обучение в магистратуре, в нашей совместной магистратуре с вузами-компаньонами этого проекта. Здесь ребята у нас обучались целый год, и по результатам они защитили дипломы в своем базовом вузе, и сегодня у них вторая защита этого диплома в нашем университете. Organization is not broadly established. Sometimes people mean something different among themselves when they're talking about it. Plus, also the existing scholarship overlooked a performative role of the theory-based concepts. Хотелось бы отметить, что проект международной магистратуры «Центральноевропейские, восточноевропейские, российские, евразийские исследования» — это один из трех крупных проектов международных, которые реализуются на факультете социальных наук. Вторым проектом, которым мы тоже очень гордимся, является проект Жан Моне «Interdisciplinary European Studies». Это междисциплинарный модуль по европейским исследованиям. Этот проект был поддержан в этом году по результатам конкурсного отбора этого года и предполагает реализацию ряда курсов с привлечением преподавателей факультета социальных наук, юридического факультета и МАМИ для внедрения вот такого нового образовательного модуля в нашу англоязычную программу «Социология политики и международных отношений». Третий проект, который уже реализуется на факультете социальных наук более 20 лет, это проект, опять же, поддержанный Еврокомиссией, это проект «Социальный год», который реализуется совместно с университетом Дуйсбург-Эссен. Вот поэтому три вот этих крупных международных проектов, которые реализуются на факультете социальных наук, дают платформу для будущего развития.